такой будет. Для пробежечек. И здесь раз, два. Все. В принципе, вот это вот у нас угол будет сверхзащищен. Генераторная сама по себе очень хорошо будет нам защиту давать. Я очень даже не против этого. Так, ну теперь нам что надо будет? Во-первых, можем уже построить. Еще один отсек. О, хорошо так как. Они хоть начали перекрывать друг друга. Уже будет шанс, то, что я могу отсюда свалить куда-нибудь. Вовремя. Очень вовремя. Так, ладно, фонарики нужны. Довольно-таки сильно большой трубопровод. Но вот здесь вот центральную часть нам нужно тоже будет подудалить очень неплохо. Нам нужно будет здесь сделать хорошую подготовку, так сказать, да? Ну, наверное, здесь тогда что? Мы это вообще все убираем. Вот таким вот макаром. По-другому вряд ли получится нормально это все зареорганизовать, так сказать. Так, вопрос теперь в том, как они будут это все получать, а получать они будут, получается, вот так вот, да? Относительно красиво, конечно, получается. Хотелось бы получше. Можно, кстати, и получше сделать, чтобы она у этих стен была. Кстати, давай посмотрим. Что-то смотреть. Нефти у нас будет большое количество передаваться. Очень большое. Да, нужны будут две трубы. Хотя даже не две. Нужно будет побольше. Наверное, нам придется как-то сволгариться по-другому. В принципе, через 4 трубопровода. Здесь-то не смогу еще трубу провести нормально. Я, в принципе, могу попробовать. Давай попробуем. Господи, как-то сохранение иногда меня бесит. В принципе, более-менее получается. Немного неаккуратно. Но вроде бы нормально.
поставим. Ходить будет неудобно. Так, может для давления поставить несколько бочек, чтобы она стабилизировала? Как думаешь? Запас по нефти я вряд ли себе здесь сделаю, прям такой ай-вай. Через бочки давалось трубы однородно, давление давалось трубы однородно. В принципе, сейчас так и должно будет организовываться. То есть вот так вот мы убираем. Сначала, то есть мы в бочки будем давать. Потом через бочки уже будут идти всем остальным. Ну, посмотрим. Это еще такое экспериментальное. Нефть бесконечная. Благо. Вообще-то раньше нефть была конечная. Почему ее сделали бесконечной, я так и не понял. Не нашел нигде инфы. Хотелось бы. 13, да, говоришь? То есть пока мы тут занимаемся фигней. Как накапливаются различного рода ресы. Просто ужасающе быстро. И сейчас у нас здесь тоже будет задачка такая себе. Нифига не лицеприятная. Но мы тоже можем здесь организовать все через бочки. Вообще-то да, давай так и сделаем. То есть в первую очередь через бочки. Здесь у нас будет огороженная все равно территория вся. Здесь мы будем так вот бочки поставим. Попали дополнительное давление. Почему нет? Так, а здесь тогда мы немножко по-другому сварганим. Тут вдвоем здесь, к примеру, работать. А в этой игре жидкости очень странно себя ведут. Сначала сделаем все, потом посмотрим. Ну, я не знаю, какой нужно будет давать поток здесь по мощности, чтобы это все сглючило. Пойдемся пока вот этими. Эти мне для другого понадобятся. Здесь пока в энергии нет такой супер нужды.
Это неплохо. Так, здесь у нас есть все. Хорошо. Давление будет давать также эту хренотень. И вот это. А здесь лучше напрямую туда поставить. То есть давление у нас в бочках будет. Это уже лучше. Вроде все задействовали, да? Отлично. Теперь. А теперь. Опять вообще-то вот так. Да, вот так вот, к примеру, по финту. Забавно. Даже получается. Так, 25. Правда, 3 нужно, но все равно. Так, хорошо. Нефть у нас пошла на закачку идти. Вот и начинается катавасия. Обрати внимание. Как он медленно работает, то есть ему не хватает. Вот про что я говорил. Здесь ему надо ставить другую отдельную трубу, чтобы он давление в этой трубе нарастало. Иначе не вариант. Такое я встречал слишком часто в этой игре. Не очень мне это нравится, но давление надо делать. Вот тут вообще лишнее работает теперь. Да. Ну тоже надо отдельно, чтобы он, к примеру, в эту бочку все запихивал. Потом отсюда они пошли бы сюда. Нормально давали давление, да? Пошла мазура. А, все, понял, он не может качать. И не может, и не хочет. Вот почему требуются бочки, а именно вот эти вот краны штампованные. Всегда одна и та же хренотень. Под 8 секунд.
А, так они почти заполнены уже, ё. Все, понял. Ну да, здесь, конечно, неплохо. Это все ориентировочно дает, но меня волнует нет. Все самое, блин, волнительное и тупое, это будет кое-что другое. Поехали отсюда. Я как-то ставил мод с насосами, которые усиливали давление в трубах. С одной станции, чтобы одна труба шла. Конечно, не очень красиво получается. Ну, в принципе, и ладно. Обожаю эту игру. Налево, я не помню, чтобы я столько труб когда-то ухайдохивал. Куда их, что ж, у меня персонажик, походу, трубами питается там втихомолку. Так, все. Сколько там, 19:30, ага. Будем доделать в первую очередь стену. То есть я буду здесь мурлыкаться, пойдут пара взрывающихся с ядерным взрывом и скажут пока или привет. Это будет немножко обидно. Да, еще одна секция осталась, да и все, в принципе, готово. Неплохо, неплохо. Пять минут сижу тут, ковыряюсь мимо, ему чего же задница болит. О-о, чего? Быстренько сваливаем. И желательно найти машинку. Что-то надо на самолете летать вообще. Так. Сейчас может все очень печально закончиться, если не успею добежать, патроны закинуть. Патронов у меня ушло на зарядку. Ладно, сейчас прикуплю. Что-то по патронам не рассчитался по полной. Реально не понял. У меня около 14 косарей патронов лежало. Неужто кусаки стали так переть, что ж патронов перестало хватать? Какой-то глюк в подсчетах, что ли?
патронов уходит. Колоссальное количество. Сейчас за самолетом сбегаем. Где он у меня там? Да, я что-то немножечко здесь в шоке. А, стоп, мне ж надо точно. Мне надо подкупить себе одну хренотень на ресурсы. Потом. Но пока в первую очередь расширим инвентарь, потом 4 на бронебойку я поставлю, чтобы запасные патроны всегда были. Вот у меня 8 буров, 4 этих. Потом посмотрим, вот это вот такой шкалы разведем. Так, а что у меня с бомбонием-то? Никто не подскажет. Какого ядрить налево тебе серной кислоты не хватает, а? Давай, сейчас добегу до самолета, слетаем, посмотрим, а то я что-то как-то... Натрия не хватает, все. А нет, стоп, а натрий там нужен мне? Натрий мне нужен вообще на фосфорную кислоту. Или какую-то там другую. Все правильно. Помню это все. Пети не хватает. Да ладно, тебе кислорода не хватает. Ты сейчас издеваешься надо мной, угораешь полностью. Серьезно? Не, реально, она не угорает, не хватает кислорода. Я вот этого не ожидал. Я вроде последний раз, когда я строил вот эту вот хренотень, она у меня получалась немножечко побольше. Так, можно как-нибудь расширить ее? Конечно, не очень красиво получится. Нормально мне кислорода. Поставить еще сверху блок. Ладно, у меня еще есть одна серная фабрика, она тоже должна индюрить серу. Я делал запасную ее. Подруга, привет. А можно тебе вопрос? А почему? Ты не передаешь ничего. Да потому что я баран. Я специально построил вторую серную, ее подключил для, чтобы излишки шли. Эй, где самолет-то мой? Да, блин, я умею прикалываться, да? Учить, что я могу сказать еще? Раз, два. Все. Все почирикало так, как надо. Я, конечно, не ожидал, что такой прикол будет. Ну, здесь тоже все нормально.
Да, надо следить, потому что одно соединение не так установлено, и вся конвейерная система, мой диппель, ниппель, шмипсель, трипсель, и идет коту под хвост. Ну ладно. Будем грацевать на самолете, это оптимальное решение. Но, правда, насчет патронов сейчас надо будет делать, чтобы они штамповались. Вроде хватало-хватало, тут хлоп уже не хватает. Много стрёмно. Ура! Я закончил. О, идиотизм сплошной. Ладно, самолет пусть здесь будет. Здесь мы будем тоже прикрывать сейчас как-нибудь по-интересному. Хотелось бы, конечно, по-умному, но... Я и по-умному, это немножечко... Уже с раздела фантастика будет выходить. Так что будем прикрывать, как получается. Ой, я тут что-то хоть смогу построить? Посмотрим сейчас, на что меня хватит. Тут надо еще будет построить мне нефтяной. Ну, будет еще каркас. Мы будем здесь эту с керосина нефть пиндюрить. Здесь у меня пока... все сжигается. Топливо. Точнее, горючее пока все сжигается, но определенно нужно мне не сжигание, а его переработка в топливо. Нужно построить еще одну запасную угольную станцию. Ладно, на этом я серию закончу. В принципе, я ее буду делить на две народ. Если, в принципе, особенно смотреть нечего, потому что здесь мне там бегать только тупо все доделывать. Ой-ой-ой, надо здесь еще как-нибудь впилить радар. Да, кстати, слетаем, посмотрим, как его там впилить, потому что если, не дай бог, там говорю, улей будет. Я пока отойду на кухню или в магазин, мне может быть писец. В том-то по полной. Как так вышло? Кстати, меня что-то не понял. Странно. Ничего беды не предвещало, да и толпы здесь в угол такие сильные не били никогда. Это что-то уже странное реально. Но в итоге надо придумать, как воткнуть сюда радар. Но другого как-то я не вижу варианта. Да, бегаем здесь, если бегать, блин, это еще маленькая территория, это пипец будет. Не-не-не-не-не, я к ним туда не пойду. Побежали сразу. Еда прилетела. Быстрая, блин, доставка. Ага, сейчас. Размечтались.
Так, ну все. В принципе, уже good. Вместе уберем. Если уберем, то я вообще ни черта не понимаю. А, во, теперь понял. Все. Вопрос отвалился. Так, ну в принципе, ладно. Подойдет. Но здесь бы нам все равно как-нибудь сварганить. Немножечко по-другому. Все-таки это дырка, и это нехорошо может закончиться. Ну вот таким вот макаром, я думаю, подойдет получше, да? Там еще ворота мне ставить, ой-ой-ой. Да, сейчас с другой стороны также заделаю. В принципе, да, народ. Вот на этом я две серии закончу. Сейчас я буду пока разделять, пока то, пока сё. Я хотел здесь... Ну, наверное, сейчас лягу, отдохну. Эта игра немного вышибает, так сказать, с колеи. Ты устаешь играть. Да уж. Как бы это странно не звучало, но оно так и есть. Для безопасности так вот поидеальнее. Здесь мы все перекрыли, здесь все нормально. Ну, сейчас пойду это потихонечку, что там смогу, то доделаю. Кстати, лампочку надо поставить. Ого, там уже пруд. Масенькие. Нет, этот угол он почему-то самый напряженный. Не могу понять, с чем это связано. Вроде ничего особенного нет, но угол реально самый напряженный. Так, ну пошел я здесь заниматься строительством. Всем удачи, всем пока.